управление децентрализованными приложениями с помощью мгновенных сообщений прямо с мобильного кошелька. Такое решение предлагает основанный на эфириуме мессенджер Status с дизайном, как у мессенджера WeChat. Альфа-версия Status будет запущена в ближайшие недели, сообщает CoinDesk. Карл Беннет, соучредитель Status, в интервью изданию подчеркнул, идея заключалась в том, чтобы создать интерфейс, понятный для обычного человека, чтобы позволить ему окунуться в новый мир криптотехнологий.